что, выпустим, да? Тихо. Сейчас снимем обиженного. Ева, стой. Стоять. Яблоки падать начали. В тенек отдыхать пошел. Так, наш огород. Капуста, помидоры, перцы с капустой. Бураки, свекла, лук и морковка два ряда. Ева, ну-ка кыш оттуда. Откроешь обиженку? Под этим. Ну-ну-ну-ну-ну. Он рад, что мы вернулись. Ну, в порядке. Охрана на месте. Все охранял, да, молодец. Здрасте, никто не приходил? Вот она у меня. Подожди, я с тобой. Дима! Дима важный хочет. Пойдем откроем. Дрова. На зиму. Чуть-чуть. Там сложил половину уже. Ну не половина, четверть. Это загон для индюков. Как дела, банда? Давай-ка, мухи. Это надо траву им дать, да и все. Вот такой загон для молодых индюков сделал. И как раз яблонька, чтобы тенек был. Насчет
Это кораблями сейчас надо. А Дима охраняет. Дима, как дела у тебя, Диман? А, Дима? Дима важный весь. Диме 5 месяцев. И этим тоже. А этим сколько? Два, да? Этим два. 2 месяца. Капусту он съели. Капусту съели, да. Кто греется, кто что. Кушай. Пойдем, пусть занимаются своими. Дима, фас! Чужого надо делать фас! Охраняй малыш. Если что, кричи. Димочек, красавчик, мой красавчик, Димочек. Красавчик, красавчик. Красавчик, Димочек. У него такой суровый взгляд. Красавец. А ладно. Ты что кричишь? Что ты кричишь? Я раскричалась. Погладьте меня. Я посижу. О, Дима, сейчас маньяк уже будет нападать. Ладно. Все, Дима, мы пойдем. Этот Димин комбикорм нормальный идет? Который по большие куски доставляют. Курям надо в этот большие куски отдавать. Мисочку хочешь? Дядя, на дядя. Брешишь, обидеть. Обидеть? Пусть дома охраняет. Ваня, просто побегать. Без кусачек. Пошли вперед. Идите. Ваня, иди гуляй. Мы решили пройтись за лисичками, посмотреть, есть там лисички, нету, заодно собак выгуляем. Ева, аккуратно. Она играть хочет. Ева! Да пусть играет. Не надо, будет утренние щеки, чтобы видеть. Он ее вон тоже нормально треплет. Рожь, жито. Мы почти пришли. Взяли собак на поводки, потому что очень много машин ездит. Сейчас посмотрим, есть лисички, нет лисичек, глянем. Ева готова сожрать комбайн. Что-то пока ничего не видно. Что-то как-то пусто. Ева, я тебя не отпущу, потому что ты рванешь
комбайн грызть, я знаю. Вот одна есть тут какая-то. О, какая-то растет, какая-то неправильная. Тут это Марина нашла. Что нашла? Лисички. Она комаров гоняет. Вставай. Сыроежка. Есть, но мало. Вот, иди. И вот здесь тоже. Падай, Ева. Жора! Что Жора там ест? Ева, что там едет? Комбайн поехал, да? Марина вон грибы режет. А мы постоим пока на дороге. Вон целая полянка. Вон еще там, вон там, около дерева. На сук наберется. Жора, ищи лисичку. Вот, смотри какая, лисичка. Гигант. Ева, иди встань рядом с грибом. Сантиметров 35. Мухомор 35 сантиметров. Вон. Лево, фу.
рядом с ним. Потоптал много? Ну, как я увижу, что три несется уже 20 лап и скрабанная. Там вынесли. На машине борзый такой разворачивался по полю. Страх потеряли. Может, кто нам крючок вчера сломал в калитке? Борзота такая, вырвать крючок с калитки. Может, этот борзый не знает, что у нас три собаки? О, эти яблоки ж вкусные. Да, сочные, осенние они. Что, съел гриб? Понюхал. Понюхал. От жареного репа треснет у тебя, Жорочка. Жорик запыхался, а Еве все по барабану. Терминатор. Надо посмотреть будет сходить. А если будет, то кратковременный какой дождь. Долгого не будет. Выпустим, да? Тихо.